Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Демастер. И сегодня мы вместе с вами поиграем в Hunger Games на сервере Кристалликс, дорогие друзья. Вот, я играю с хренового компа, поэтому надеюсь, все будет хорошо. Надеюсь, я затащу. И что-то я не вижу здесь сундуков, они здесь... Короче, нафиг, я пойду в другую сторону. Что-то я не вижу сундуков реально, и поэтому... Поэтому я побегу совсем в обратную сторону. Там они есть, нужно, наверное, раскапывать листву, которая по бокам находится, но все слишком долго, лучше пойти и поискать чем-нибудь другое, потому что там я вообще могу и не успеть с таким компом. Вот, надеюсь, лагов на видео не будет. Я на это очень сильно рассчитываю, потому что если будет лагать, то эта серия никогда и не выйдет. Но если вы сейчас это смотрите, значит, она все-таки вышла. Где же тут чертовы сундуки? Вот в чем вопрос. А вот, один есть. И он пустой! Да не может такого быть, чтобы сундук был пустой. Но это не бывает так. Чтобы мне так и не везло, да? Ой, знаю, это может кто-то бежит. Опасность, опасность. Явно за мной гонится какой-то чувак, который хочет меня убить. Но я должен оторваться. Так, здесь, 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 здесь. О, отлично, отлично, отлично. Это то, что... Ёб твою мать. Что такое-то, парень? Как он так... Если я по нему хотя бы раз попаду, тогда... Да, я по нему попадаю, просто урон по нему не проходит. Что за дерьмо? Да я тебя убью, засранец. Я тебя уничтожу просто. А потом расстреляю из лука. Точно, сначала забью кулаками, потом... У него, наверное, ничего нет, поэтому... В смысле? Ну, у меня, в принципе, лук-то на пауэр, правильно? Почему бы не попробовать его? Не убить? Он спрыгивает в воду. Отлично, он уже мой. Хотя стоит не тратить на этого баса столько стрел. Вот в чем вопрос. У него, в принципе, ничего нет, давайте не будем, лучше оставим, а то это... Наслаждайся, называется лук. Наслаждайтесь. Блин, так назвали лук на ХГ, это, конечно, жесть. Ладно, переплывем это место, здесь никаких сундуков в воде я вроде не вижу. Наверное, я пропустил около сотни сундуков. Ну, вот парень пусть выживает. Может быть, мы с ним даже потом и встретимся. О, вот здесь есть маленький сундучок. Но в нем... Ой-ой-ой-ой-ой, за мной гонится какой-то чел, у него хорошая броня. Ладно, наслаждайся, помоги мне. У него на поджигание, меч на поджигание, 100%. Это не только такие, на поджигание падают, я знаю, я такое уже видел. Черт возьми, быстрее бежим. Бежим, 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 бежим. Нужно воду, в воде я его смогу убить. А я тоже прыгай, пусть. Вот, все, он прыгнул. Раз, два, три. Давай, давай, золотое яблоко ждет. Пытается подняться, у меня еще куча стрел. Две стрелы, нет, я же умру, мать твою. Одна стрела. Промазал! Какой я косой, суку! Его убили, отлично, его убил какой-то другой чел. Мой шанс собрать вещи. Или нет, лучше валить отсюда. Ой-ой-ой, как больно! Где-то под водой. Нужно валить. Три сердца, ребят, три сердца, жестяк, конечно. Фух, у меня аж сердце чуть не остановилось. Я почти труп, реально. Я почти труп. Здесь какой-то сундук, палка, шапка. Боже мой, зачем мне твоя шапка? Дайте меч! Меч мне нужен! Блин, я столько стрел встрал, я реально дно какое-то. Деревянный меч, хоть что-то для ПВП будет у меня. Штаны у меня вроде уже есть. Блин, ну это жесть, реально. Так плохо начать, это я такого еще никогда у меня не было, ребята, честно. Где враг? Где враг? Не вижу врага. Ладно. Теперь мне нужны стрелы. Просто-напросто. Я 20 стрел просто всрал. Я же хорошо стреляю. С этого компа просто что-то не то. Если случаем нельзя подкопать там. Может сундук. Ладно. Побежали по окраине вот по этой вот. Я не знаю, может здесь что-то есть. Хотя я, если честно, не уверен, что тут что-то может быть. Поэтому лучше сверну вот сюда вот налево. О, это что, самый спавн, что ли? Ёшкин кот, так и до сюда дошел-то. Когда-то до этого вообще могло дойти-то, ё-моё. Так, ладно, спускаемся постепенно. Лута вообще нет, ничего нет. Я просто бомжую. Вон там какая-то тюрьма. Она, кстати, ограждена стеклом. Ну, вроде ограждена, но, может быть, туда можно попасть каким-то образом. Я не знаю. Ну, если туда можно попасть, то, думаю, там есть сундуки. Чёрт, а. Да, да, ребята, плохая ситуация. У меня, о, дырка какая-то. Стоп, сундук, давай, сундук, да-да-да, сундук, класс, золотой меч. Ну, это, кстати, то же самое, что деревянный. Ну, зато есть ботинки, и штаны у нас есть. Сейчас нагрудник остался только, в принципе. У меня будет хоть какая-то, но броня. Вот там две машинки в конце, возможно. Возможно, о, перья, смотрите, компас кто-то здесь оставил. Перья, это хорошо, это мне, получается, нужно найти еще флинт. Вон там сундук, и я смогу сделать все стрелы. Зажигалка. О, вот это уже как бы хорошо. Вот с мечом и зажигалкой можно попробовать убить. Это, в принципе, реально. Ой-ой-ой, но не Тиму из двух засранцев, которые бегут за мной. Потому что с деревянным мечом это сделать вообще нереально, мне кажется. Тут-тут-тут-тут-тут-тут. Они вдвоем просто против меня. У них шмот-то какой там.
Не вижу их вообще, не вижу. Черт, не, может один от другого убегал на самом деле, не знаю. А, один от другого убегал. Вместе они бегут. Смотри, засранцы, а. С каменным мечом бежит, смотри, смотри-ка, а. Оп! Поджарился! Только твой друг не пришел, я убью тебя! Друг. Добивай его, добивай его, парень! Поджарился еще один, отлично, одного убил! Чё, боишься меня, да? Теперь ты боишься меня! Я твоего друга убил и тебя убью! Ха-ха-ха! Вот это мне повезло! Какие-то они нубасы были на самом деле. Ну ладно, ну я тоже когда начинал играть в водные игры, тоже нет, не знал, что как делать, но блин, это было так здорово, я затащил их. Ну да, они были слабыми противниками, но все равно какая разница, я затащил их, это главное. Ух, дорогие друзья, я реально в шоке. Как мне так повезло, это чудеса, они оказались. О, у меня даже железный слиток. Спасибо, чувак, лучше стрел. Ну я ладно, я мог написать чат, лучше дайте стрел, но я не буду так делать, это все-таки не вопрошайка какой-то там. Так, сундук вроде не говорит, да мне, а где ближайший игрок-то от меня? 38, нет, слышите, рядом кто-то есть. 36, он постоянно приближается. А, не, он не приближается, он даже не знает, что я здесь. Я потихонечку должен... Он стреляет! Отлично! Отличненько! Миллион даже не ожидал, что я подойду. Вот это он молодец. Вот это парень молодец. Даже не ожидал. Ё-моё. Вот это люди. И поужин второго уровня. О, это я смогу кого-нибудь убить с поужином второго уровня. Так, где ближайший человек? 27. Где он? 100? Ладно. Пока никто не видит, сброшу сюда всякий хлам. Обычно, ну, не, обычно лучше себя оставлю. Так, дерево тоже пусть у меня будет. Палку лучше заберу. У меня есть 2 стрелы. В принципе, это не так уж и много, но и не так уж и мало. Того будет достаточно, если что-то начнется. Мечей не хочу сбрасывать, по одной простой причине, вдруг их кто-нибудь найдет. У меня будет противник с каменным мечом. О, мне дали золотое яблоко. Говорю, лучше бы заспонсорили бы стрел. Реально стрел. Стрелы были бы... Как никогда, кстати, вот честно скажу, ребята, стрел не хватает. Ладно, буду бежать с компасом, съем немного хлеба, и буду искать врагов. Противник мой находится где-то вот там, вот, в дистанции 95, эндерперл. О, мне дали эндерперл, вот это я возьму, пожалуй. Эндерперл это всегда хорошо. Дистанция 95, где-то он сверху, там у дороги, скорее всего, бегает. 95, 97, в ту сторону. А может он в этом доме как-то у него забрался? Да не, вряд ли. В эту тюрьму вроде никак не попасть. 30-93. А, ну да, давайте я лучше обойду. Он, кажется, вот там вот по горе сейчас пойдет, где я в самом начале бежал. Фух, надеюсь, я смогу его затащить. Но, в принципе, сейчас у меня уже затар неплохой. Там, конечно, были чуваки в железке. Вот, вот он мой враг, вот он мой враг. Давай, иди сюда, парень. Чё, боишься? Боишься меня, да? Боишься? Давай. Давай, давай, иди сюда. О, засал, что ли? Но я не засал! Железный груник твой будет моим! Давай! Ха! Отлично! Еще и зелье какое-то забрал. А, парень, спасибо за железный нагрудник. Я тебе очень признателен. И знаете, что я вижу? А я вижу, что у меня, оказывается, есть теперь флинт. И мне еще одно золотое яблоко вы спонсорили. Спасибо, ребята! Те, кто спонсорят мне, когда я играю, я вам очень благодарен. Но лучше бы, конечно, бы стрел, да. Стрелы это, конечно... Ну, золотое яблоко хорошо, нет. Даже вот стрелы не так хорошо, как золотое яблоко. Правда, со стрелами можно выиграть, но что-то вот на голодных играх прямо у меня как-то хреново из лука получается стрелять. Не знаю почему. Так, сундуки зареспаются через 120 секунд. Ясно, ясно, ясно. Пацаны, это не настоящий эндемастер, у него 2 АА в конце. Да ладно! Вот нифига, сам я себе узнал. Здесь тут какая-то заброшенная крепость, знаете, я, наверное, наверху посижу. Вот сюда вот скину в угол вещи ненужные. Power. В принципе, не нужна мне эта книга, я не думаю, что у меня получится ее использоваться, воспользоваться где-нибудь. Все не нужно, не нужно. Компас еще один тоже не нужен. Это все я для стрела ставлю. Это нужно. Одна стрела у меня, кстати, есть. И лук тоже здесь можно выбросить. Еще один поужин. 2. Его сюда. Компас. Знаете, компас это как головы, трофеи такие. Золото я у себя оставлю. Вдруг у меня будет на яблочко и 9 золота. Я смогу сделать себе еще одно золотое яблоко. А золотые яблоки, они никогда не будут лишними, ребята. Это такая вещь, которая вечна. Через 60 секунд зареспаются сундуки, поэтому я, наверное, пойду к центру. У меня, в принципе, есть одна минута, чтобы добежать до центра. Это реальное время, то есть за такое время можно добежать до центра. Хотя от этой точки карты, ну, центр вроде бы вот там вот находится, если мне память не изменяет. Да, да-да-да, вот центр, сейчас съем морковочку и побегу уже туда. Слева от меня где-то находится противник, причем очень, а нет, даже сзади. Но сундуки отреспаются, и на центре будет, наверное, лучше всего их залутать.
Их вообще никто не залутал, как я понял. Почему его нельзя сломать? Видимо, здесь забаговал центр на самом деле. Поэтому всегда на это на четвертом сервере, да? Давайте сундуки отреспывайтесь. Вот с этой стороны тут сундуки есть. Тут забаговали сундуки. Что-то как-то кто-то застроил. Видимо, когда вот были баги с карты, когда еще были проблемы на сервере, вот это вот все побаловались. Так, где противник? 82 дистанция. 5, 4, 3, 2, 1. Отреспались. Штаны, ну палку возьму. Алмазы! А знаете, что это значит, ребята? Верстак. Палка. Два алмаза. Хорошо. Сюда. Мы еще можем вот так вот палки сделать. Блин, там за это время меня могли прийти 10 раз убить. Слава богу, что никто не пришел. Где противники? 93 дистанция. Слышите? Хорошо! Хорошо! 13 стрел, дорогие друзья! Алмазный меч, зелье поужинов, инстант хил. О-о-о, что это такое? Кто-то как будто бы меня телепортировался. Фух, я чуть не обосрался, если честно, когда телепорт. Ну, это, видимо, спектейтеры. Я из-за того, что админ могу их. Может, другие могут их видеть. Ну, только бывает, видимо. Саша. 48 блоков от меня. Где-то он на этой дамбе, что ли, находится. 33. Попробую подняться. Это, конечно, рисковое дело. Подниматься на такую дамбу высокую. Он может меня скинуть. А, вот и он, вот и. Ох ты, нифига, да у них там целая тьма, слышите? Съела яблочко, чтобы было дополнительно. У меня два яблока исчезло, черт, это баг Майнкрафта, когда случайно съедаешь по два яблока вместо одного. Так, 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 вот там вот внутри где-то находятся они. Как же туда попасть-то, ёшкин кот? А вот второй, с алмазным мечом. Давай, давай, парень, давай, покажи мне, что ты умеешь. Я тебя сброшу, отлично, минус один, так, второго бежит на меня. Не получается поджечь здесь полублоки. Отлично, попал. Отрегенился и можно драться. Хорошо, 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 дорогие друзья. Еще минус 2, и 16 блоков, да еще одного, а нет, вот 80 блоков сзади. Сзади где-то есть еще один человек. Нет, золотое яблоко ко мне вернулось, это был чистый баг, протекшн. Кстати, да, я дам вам один совет, ребята, расскажу секрет. Если вы находите книжку на Fire Aspect, то ей, если бьете игроков, то они поджигаются. Знаете это. Это очень важная информация. Она вам может пригодиться, чтобы выжить. Где же этот? А, вот он снизу. Ой, лол. А, дезматч. Матерь божья, дезматч. И мы в этой тюрьме, черт возьми, в тюряге вот попали. Как он туда наверх запрыгнул, лол. Читак! Ну, отсюда они никуда от меня не уйдут. Отсюда им уже никуда не деться от великого демастера. Не будем стрелы тратить. Попадает, смотри-ка, попадает, засранец. Так, отойдем. Внутрь, внутрь, нужно в здание идти. Поджечь проход. Один другого убил, да? Я вот не понял, он сверху его слил или как? Отлично, стрела от меня отлетела. Ой, отравил меня, засранец. У меня тоже есть зелье отравления, я еще есть могу поджечь. Но у меня есть еще зелька хилки. Отлично. Стейки. Фу, блин, на кристаллике слишком сложные голодные игры для меня, для старика. Раньше такого не было. Да что ж такое, я по нему не могу попасть, не он по мне не может упасть. Кто-то меня сзади ударил, черт. Мать твою, себя отравил, дебил, дегенерат. Он горит, отлично. А где он? Шмотки заберу. Это самое долгое... А, я выиграл, что ли? Да ладно! А, он, матерь божья, ливнул, собака! Он ливнул! Реально вышел, что ли? Вот засранец, а, ливнул.
Ладно, ребята, можно сказать, что я победил. Я, конечно, очень жестко тупил, но сами понимаете, у меня очень жесткие лаги. Надеюсь, на видео это не будет видно, потому что я постараюсь смягчить, там, обрезать, где прям жестко лагал. Но если вроде все было более-менее нормально. Вот, непривычно играть с этого компа, со старенького своего. Я же сейчас в Перми до сих пор. В Питере буду только в воскресенье. Но я надеюсь, что вы рады, что я снимаю для вас ролики и дальше, в свободное время. Ну, а это все. С вами был Демастер. Заходите на Кристалликс, играйте вместе со мной. Вот, на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, ребятки. И всем пока.